Ваш ребенок стал вам задавать вопросы про космос, Луну или планеты? Ваша сестра или начальник увлекаются астрологией? Подарите им телескоп. Нет, не нужно дарить большой, дорогой, мощный инструмент. Достаточно обойтись небольшим, но качественным телескопом, которым может служить Синта Протостар 50. Недорогой, простой, но в то же время со стеклянной оптикой. Этот телескоп станет вашим первым инструментом для путешествий по звездному небу. Это классический телескоп-рефрактор, то есть в качестве объектива здесь выступает линза. Диаметр объектива 50 мм. Достаточно для того, чтобы разглядеть горы и кратеры на Луне, полосы на Юпитере, спутники Юпитера, а также кольца Сатурна и полярную шапку на Марсе во время противостояний. Телескоп установлен на простом легком штативе, который регулируется по высоте, имеет искатель или по-другому оптический прицел, чтобы прицеливаться и наводить инструмент на объекты, которые вы будете наблюдать, и полный комплект необходимых аксессуаров, чтобы можно было получить самые разные увеличения. Мы смотрим в телескоп с задней части трубы. Здесь находится фокусировочный узел. В него устанавливается диагональное зеркало. И уже в диагональное зеркало мы ставим окуляры. В комплекте с телескопом идет 3 окуляра, которые позволяют получать увеличение 30, 50 и 100 крат. Более чем достаточно для телескопа такого простого уровня. Установленный фокусировочный узел диагональное зеркало позволяет получать прямое зеркальное изображение. То есть мы будем объекты видеть не кверх ногами, а значит телескоп можно использовать как большую подзорную трубу. А еще данный инструмент станет отличным украшением интерьера. Да, телескопы иногда используют и в таких целях. Легкий, простой, а еще в красивой подарочной упаковке. Жалко, что в моем детстве не было таких телескопов. И мне родители такой телескоп не смогли подарить.